тут очень красивый еще кардиган. О, вот это еще очень интересная вещь, которую я хотела примерить. Вещь пришла уже в плохом виде. Всем привет! С вами, как всегда, Наташа, и сегодня у меня распаковка Lime. В Lime вышла премиум линейка, и мне очень хотелось ее примерить. Я сделала большой заказ, сейчас будем смотреть, что там новенького у Lime. Посмотрите, какой большой пакет! Как я счастлива, что в Lime можно это все отнести и не платить за обратную доставку, потому что вышла бы доставка обратная очень дорого. Давайте начнем с обуви. Тут просто модель очень интересная, как я люблю, на низком каблуке. Но это очень-очень редко, когда я могу найти маленьким каблучком. О, он действительно маленький. Натуральная кожа, подкладка кожа. Все абсолютно натуральная кожа. Только подошва резина, а все остальное из натуральной кожи. Очень мне напоминает стиль Balenciaga. Пяточку видите, квадратную? Слушайте, ну мне в целом нравится сама модель. Другое дело, мне не идет такая модель. Вижу, что они стараются подстраиваться под тренды, но я считаю ее удачной. Ой, тут очень была интересная вещь, причем она сделана качественнее. Я ранее покупала у Lime украшения, и мне не понравилось качество. Но было вообще неоправданно дорого. И вещь пришла уже в плохом виде, сделана в Корее. И покрытие золотом. И сама вещь очень в интересном стиле. Сейчас вам продемонстрирую поближе. Она вот так свисает. Тут можно даже не заморачиваться и не расстегивать ее, а просто надевать сверху. Смотрите. Вот так. В каком-то бренде были похожие модели. Я все думала, если я найду что-то похожее в более бюджетном варианте, я себе определенно оставлю. Меня очень сильно порадовало, что Lime начали делать лучшего качества. Посмотрим, насколько эта вещь будет качественно носиться. Потому что, как показывает практика, не все, что покрыто золотом, хорошо носится. Так. Вот этот лонг, тут написано смесь шелка. Но я помню, на сайте читала, что там был очень хороший состав, и по идее это должна быть очень качественная вещь. А в размере М. Так, ну неплохо. Тут такие своеобразные швы по типу нательной майки спереди, спинки точно так же. Мне Lime очень сильно заменил Zara. Цены, ну так можно сказать, адекватные, и качество улучшается. Посмотрите, длина рукава на мой 180 супер. Это приятно трогать. Что у нас тут? Оп. Они такие тяжелые. Что за ткань такая? Очень тяжелая. У меня низы в Lime размера S всегда. Я не буду их отглаживать, наверное. Очень мятые, но выглядят они неплохо. И похоже, это по длине будет как раз мой размер. Я вам решила сразу комплектом показать. Мне кажется, очень хорошо все вместе смотрится. Я уже успела поносить весь этот комплект и могу поделиться с вами опытом. По поводу брюк. Они растягиваются и в области ягодиц, и в области колен. И мне приходится их часто стирать. В общем, могу сказать, не очень хорошая вещь. Я бы купила что-то другое. Long sleeve мне очень понравился. Он очень крутой, но размер нужно было брать не L, нужно было брать M, потому что плечи немного свисают. И это прям ощутимо видно. Поэтому лучше брать свой размер. Подвеска очень красиво смотрится и привлекает очень много внимания. Пока с ней ничего не происходит, не вижу дефектов. Если она будет еще доступна в магазинах, я вам очень советую к покупке. Эффектно выглядит, привлекает внимание. Если хотите собирать внимание, то обязательно покупайте. Это у нас верхняя одежда тоже. Вот, смотрите, у меня уже комплект собрался. Жакет укороченный. Прям теплый. Это что-то по типу пальто. Смесь шерсти. Я беру себе верх в размере L всегда. Что скажете, девчонки? Как вам? Я, честно говоря, склоняюсь к тому, что нужно было брать не L, а M, потому что плечи, видите, насколько широкие. А сама вещь мне, конечно, нравится. Это напоминает ткань букле.
шерсть, теплый. На осень и даже, возможно, можно накидывать в холодное лето. Будет, кстати, смотреться очень уместно, потому что вещь напоминает жакет, но при этом очень теплый жакет. Полгода в этой вещи можно ходить. То есть и осенью, и весной, и летом, если присутствуют какие-то холодные вечера, будет очень тепло. Тут очень красивый еще кардиган. Я сейчас сразу в упаковке уже вижу, что он очень красивый. Тоже взяла в размере L, так как кардиган я тоже как верхнюю одежду для себя рассматриваю. Он как ажурная салфетка. Пуговицы вот такие же ажурные в комплекте. Здорово. Я что-то тут цен нет, я не могу выразить свое негодование. Мне кажется, это не дешево стоило. Как вам кардиганчик? Очень прикольная вещь, интересная. Такие достаточно длинные рукава при размере L. Интересное, красивое плетение. Пуговицы достаточно тяжело расстегиваются и застегиваются, потому что они не скользкие, они тоже вязаные. Поэтому, наверное, лучше носить в застегнутом виде. Причем, мне кажется, можно его носить именно как единичный предмет. Будет неплохо, потому что он сам такой самодостаточный арт-объект. Так, что тут далее у нас? Далее, черный. Что это такое? А, у Лайм линейка из кожи появилась. Мне очень хотелось это попробовать на себе. А, я вижу, наверное, будут короткие. Я бы шорты купила, недорогие, кожаные. Вот если в Лайм появятся красивые шорты, я бы себе шорты купила. Мне очень нравятся шорты из кожи. Кожу я сейчас щупаю, она прикольная. Ну, мне нравится. Хотя у меня есть брюки не из кожи, из эко-кожи. Я вам давно делала обзор на бренд Шиши. И там вот не кожа, эко-кожа, по ощущениям, как вот эта кожа. Вы не представляете, сколько раз я их уже бросала стирать на небольшую стирку на минут 30 на минимальной температуре. Брюки могут растягиваться, таскать их каждую неделю или раз в две недели в химчистку, это дорого. И я решила, была или не была, буду пробовать их стирать, прям с ними плохо станет, я куплю новые. В том же Шиши точно такие же перезакажу, потому что мне очень понравились. Мне нравится, что их можно стирать, и выглядят они как кожа, потому что я как-то сказала, что вот у меня не кожаные. Человек, которому я это сказала, очень удивился, потому что мои брюки реально похожи на кожу. На ощупь, внешне они хорошо выглядят. И даю вам сейчас, наверное, на примере и покажу. Вот это лайм, не кожа от Шиши. Но это нужно еще бы пощупать, конечно, вот так визуально. Не знаю, как вам для сравнения, скажите свое мнение. Когда они прям рядом лежат, я вижу, что у лайм выглядит поблагороднее. Но это выглядит не хуже. Единственное, я уже вижу, что длина короткая, и в кожаных брюках, конечно, себе не проделаешь тот трюк, который я обычно проделываю со всеми брюками. Просто вот эти отворотики, которые снизу подшиты, отворачиваю полностью. Бывает, не подшиваю, так и оставляю. И мне брюки всегда отличной длины, особенно в лайм. Как я и думала, короткие, не очень комфортные. Смотрите, в талии слишком широко сделано. В бедрах норм, в ягодицах здесь сдавливает. Ну, как будто бы хочется еще больше места. Но его нет. Непонятно, для кого сделана эта модель. К телу приятно. Кожа, вот по ощущениям, мне нравится. Но мне кажется, какая-то недоработка с кожей и у лайм. Потому что я год назад покупала кожаную юбку, карандаш. И тоже там были какие-то недоработки. Юбка тоже из кожи. Юбка из кожи мне тоже понравилась. Во-первых, потому что это кожа. А, во-вторых, мне нравится, что это в форме трапеции. А, понятное дело, что каждому свое. А, лично мне нравится и под мой тип фигуры очень идет. Кого низкое бедро. Кожаная юбка, мне кажется, это очень универсальная вещь. Будет всегда актуально иметь одну такую юбку и можно юзать годами. Она везде и всегда будет смотреться классно и выигрышно. О, вот это еще очень интересная вещь, которую я хотела примерить. Сейчас вам покажу, продемонстрирую. Это платье, сетка. Вообще мне очень нравятся длинные платья. Сейчас обращаю внимание, что да, мне заходит. Не знаю, насколько
мне конкретно красиво в этом свете и в этом платье. Пишите, что вы думаете. В платье очень удобно двигаться, комфортно ощущаешь себя как будто в шелке. Сетка сама такая тяжеленькая, и она как обволакивает тело, свисает, не парит в воздухе. В целом, мне очень нравится, что в Лайм можно привезти бесплатно и отвезти все тоже бесплатно. Они быстрыми темпами развиваются. Обувь, одежда стали неким заменителем Зары, поскольку быстро обновляют коллекции. Мне очень нравится, когда бренды быстро обновляют коллекции. То есть, если ты для себя что-то не нашел, то ты можешь недолго ждать и посмотреть какие-то новые предложения. Как вы могли обратить внимание, я часто заказываю Лайм. И тут уже не обзор конкретного бренда, а обзор именно новинок в Лайме. Потому что я Лаймом, честно, настолько довольна, и как бы я ничего плохого про них сказать не могу. Как бы ни казалось, это реклама, это не реклама, это вот прямо от чистого сердца. Как обычно, приглашаю вас в комментарии, жду обсуждения, что понравилось, что не понравилось, и до новых встреч!